Новый рекорд смертей от коронавируса за сутки зафиксирован в России – 968. Днем ранее от COVID-19 скончались 936 человек. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. При этом в стране регистрируют свыше 900 смертей от вируса четвертый день подряд. В настоящее время в России продолжают лечение 690 481 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 88% от общего числа зараженных. В Греции отменяются все карантинные ограничения для сделавших прививку. Решение касается даже красных зон, где регистрируется максимальное число случаев инфицирования. Число участников массовых мероприятий будет не ограничено, если они прошли вакцинацию. Однако персонал местных заведений все еще должен соблюдать санитарные нормы и носить маски, в отличие от гостей. Начиная с 13 октября, не прошедшие вакцинацию граждане Сингапура старше 12 лет не смогут посещать кафе, рестораны и другие точки общепита. При этом за одним столом, согласно новым санитарным правилам, смогут сидеть только два посетителя. Невакцинированным гражданам также нельзя посещать торговые центры. Для них станут недоступны парки развлечений и туристические объекты. Уточняется, что уровень вакцинации населения в Сингапуре уже в августе составил 80%. Однако после отмены ряда ограничений в стране стало расти число новых случаев заражений.